Начинаем раздачу Евангелия. Сегодня воскресенье. Второе февраля. Это столько уже переписали, столько раз, что это уже одно вранье там осталось. Православный журнал «Душа», если слушаешь. Очень интересный, полезный. Евангелие в подарок, православный акцент. Православный журнал «Душа». Послание Римлянам 6:23. Возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. Евангелие в подарок бесплатный. Из журнала проходил православный? Очень интересный подарок. А нужно мне еще маленький? Кто грязный? Нет, давай поглядь. Евангелие на рынке. Кому Евангелие в подарок? Просто шрифтом Богословение Патриарха Кирилла. Евангелие подарить кому? Здравствуйте.
Евангелие в подарок, Господин Кирилл, крупным шрифтом.
контрактными, а у нас не подписано. Иван, это подарок, православная акция. Крупным шрифтом сейчас читается очень хорошо. Иван, это подарок. Крупным шрифтом в Бурсове приобщила. Я говорю, не должно быть 7-7, мы у нас православных 7-7-7. Я в дверь в Иисуса Христа. Вот и все тебе. Благословение, Кирилл, подарок. Православная акция, Иванкин подарок, благословение патриарха Кирилла. Вот нам шрифтом сейчас дали, очень хорошо читать. Время приблизилось к Царствию Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Марка 1:16. Вера от слышания, от слышания от Слова Божия. Послание Римлянам 10:17.
48, отвергающий меня, не принимающий слов моих, имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Ну вот поэтому слово будет судить. Перекрестить. Давай наставим на Святого Духа, аминь. Мы исповедуем Святую Троицу начальную. Читаем икону Матерь Божия. Мы православные. Благословение патриарха Кирилла. Как это сказано? Вы его катали? Приятно? Ну, сейчас ему один раз. Да. Слушай, мне у него было суббота. Благословение патриарха Кирилла крупным шрифтом. Крупным шрифтом. Маша, мы православные. Исповедуем Святую Троицу. Сегодня будь скорее напугали. Боятся. Благословение патриарха Кирилла. Вам будет подарок. Димар наш, это? Вам будет подарок. Бесплатно. Берите крупным шрифтом. Православная акция вам будет подарок. Крупным шрифтом. Бесплатно. Читайте. И матушка твоя подарит. И она будет читать. Можно не можете?